Всем здорова, дорогие друзья! Сегодня мы играем в очередной инди-хоррор под названием Black Rosa. Переводится «Черная роза», да. Такой английский, это я знаю, такой английский по мне. Так, окей, давайте посмотрим. Так, обучалка. Flashlight, Quick Times, что-то там. Окей, смотри. Play, how to play, кредит. Окей. Давай. Здесь как... А, смотри, тайм моды какой-то и сторы моды. Давайте сторы моды. Ну, save data. Окей. Снова, короче, дом. Снова дом. Снова темно. Снова фонарь, короче, как по стандарту. И по любасу здесь будут какие-нибудь привидения или упыри. Что-то еще такое вот. Ну, давайте посмотрим... Чем удивит нас игра? Так, смотри, мы находимся в холле. Можно выйти? Выйти нельзя, короче, да? Вот. Так, не прыгает, не садится, ни черта не делает. Только ходим и светим фонарем. Фонарик у нас бесконечный, это радует. Так, смотри, дверь открыта. Ну, раз дверь открыта, идем сюда. Не будем. Тут закрыто все. Не будем, короче, мы думать, куда что идти. Будем идти, куда глаза глядят. Поднимаемся, короче. Здесь кто-то есть? Кто-то поржал, короче. У кого-то жизнь веселая. Окей, смотри. Дор. Короче, закрыто. Что-то там. Что он там написал? Get it open. Короче, не могу открыть, что ли, хер знает. Окей, смотри. Здесь что-то написано. Family room. Фамильная комната, наверное. Чапел. Чапел какой-то. Что такое чапел? О, смотри. Дверь здесь открыта. Здесь. Блин, ни одной мебели вообще в доме нет. Просто. Хотя бы стульчики какие-нибудь. Окей. Смотри, сюда. Здесь проход. А, ну это обратно в холл, короче, да? Это обратно в холл. Окей, ладно. Допустим. Обратно в холл. Идем сюда. О, записуля. Записуля. Снова по-английски, короче, кому интересно. Читаем, переводим. Я нихера не пойму. Все равно даже стараться не буду. Так, что-то Space. Ну-ка. А, да ладно, мы можем так выбивать двери. Прикол, можем выбивать двери. Ладно, закрыто. Смотри, что-то лежит. Странно что-то. Монитор какой-то. Рация, короче, какая-то. Странно. Взяли рацию, а у нас инвентаря ничего нет, да, здесь только... Понятно. Окей. О, рация заработала. Что это было? О, слышал? Дверь щелкнула, да? Где-то дверь открылась, короче. Окей. Где-то открылась дверь, короче. Может здесь? Нет. Здесь не открылось ничего. Может здесь? Нет. Ничего нигде не открывается. Не открывается. Так, погодите, я сейчас времечко, чтобы не видно было. Так. О, смотри, тут еще куча замков, что-то. Visitation room какой-то. Два замка, камин. Окей, и больше ни черта нет. Ладно. Давайте вот здесь мы еще. По-моему, не были, да? Смотри, еще дверь. Еще какая-то дверь, тут предосторожность, типа, не заходить людям. Да? Только для персонала. И кодовый замок. Кодовый... О, смотри, что-то написано.
Pain Bodies что-то. Окей. Так. Что делать? Что делать? Что нам... О, смотри. Спуск. Какие-то катакомбы. Ну, конечно, конечно. Пришли в незнакомый дом. Короче, темень здесь. Какая-то чертовщина творится. И что нужно первым делом сделать? Конечно же, спуститься в подвал, в катакомбы. О, смотри, записка. А, что-то непонятно написано. Окей, ладно. Гроб. Что-то выбьем. А, смотри. Такой же, да? А, это короче, знаете, это... няня-то это, да? Бэби-монитор. Короче, вторая рация здесь. Кто-то отсюда говорил. Из гроба, что ли? Так, с гробом нам ничего не сделать, смотри. Записка, понятно, мы только что читали. Так. Куда теперь? Типа, не уходи, останься со мной. Ну-ка. А где там? Погоди, а где? О. Кто глаголит-то, блин? Говорит с этого, что ли? Кто-то, короче, троллит с этого. С гроба. Хозяин дома, наверное, в гробу заперся такой, знаешь, и троллит просто. Блин, тупики, тупики. Что-то я заплутал. Я заплутал в этих катакомбах, короче. Где выход-то вообще? Где чертов выход? Да, тупики везде. Так, погоди. Вот отсюда мы вышли, да? Отсюда мы вышли, идем, идем, идем. Вот здесь у нас рация сработала. А, вот, вот лестница. Окей, ладно. Опа. А что с фонарем? Что происходит? Ладно, погоди. Заперта. А, смотри, это дверь в холл, короче, и она заперта. Вот так. Воу-в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 оу, беги. Это старуха. Бледная старуха, короче. Короче, понятно, нас будет пугать вот эта старуха. Так, окей, а куда теперь? Куда нам теперь? Так, ладно. Допустим. По-любому где-то открылась дверь, короче. Надо только понять, где. Что-то позже. Проверю позже, типа. Где-то, короче, открылась дверь. А, во! Стой, погоди. Воу! Твою мать! Это говно! Стоп! Уай! А чё она так телепортируется, твою мать? Нахер. Бежим, 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 бежим. Куда-нибудь. Тупик! Тупик. О, бог ты мой. Обратно в катакомбы? Жесть. А чё, мы свалили от неё? Ладно. Допустим. Ну-ка. Отправимся туда. Так, ладно. Все тихо, спокойно. Так, смотри.
Вот куда вся мебель, короче, делась из дома. Вот куда складировали всю мебель. Здесь, короче, смотри, какой-то этот... зал, да? Что-то здесь рассказывали, наверное, или хрен знает. Так. Закрыто. Знаете, это штука такая... швейные машинки раньше скрывались там. Ладно, что делать? По-любому снова где-то дверь открылась. По-любому снова где-то открылась дверь. Так, ладно, нет. Погоди, а мы сюда вот забежали, короче, и все пропало. Может, там сюда? Может, нам... О, смотри, открыто. Ключ. Гроб открыт. Короче, эта тварь восстала из гроба. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Где-то она здесь. Стоп. Стоп. Так, тварь. Ой, твою мать! Жесть. Жесть, как она есть, короче. Game over. Game over. Так, а сохранки-то есть? Смотри, рестарт. Погоди, рестарт. А у нас сохранилось, нет? Да ладно, все сначала, что ли? Че, поржал? Ладно. Так, я понял, поржала. Я понял, что ты поржала уже надо мной. Так, погоди. Не сюда. Здесь, короче, сейчас берем эту теленяню. Давай, space. Выбиваем дверь. Смотри, вот эту дверь он может выбить, да? А почему он остальные двери не выбивает? Так, взяли теленяню. Давай, 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 я понял, я понял. Ты зовешь меня к гробу туда, в подвал. Давай. Так, а где там открылась дверь? Внизу. Дверь в подвал. Где у нас тут гробик? Гробик, гробик. Так. Здесь. Гробик. Так. О, твою мать! Кто-то говорил. Из гроба. Так, где там выход? Здесь. Понятно, не уходи, я никуда не ухожу. Давай. Я остаюсь здесь. Никуда не ухожу. Ну-ка, покажи нам страшную рожу. Ну-ка. Та-дам! Беги, 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 беги. Так, вот сюда. Так, отлично. Это говно. Вон оно. Валить, валить. А смотри, там надпись была на стене. Я пропустил надпись на стене. Так, бежим обратно. Ай-яй-яй, не сюда. Вот сюда. Сейчас должна пропасть. О, хер. А чё не пропадает? Вау, она телепортировалась. Она телепортировалась рядом со мной. Это дура. Она может телепортироваться. Так, окей. Окей. Что там надо, короче, с гроба взять, да? Ключ. Убираем ключ.
Опять! Опять! Твою мать! Как так-то? А чё она так часто стала появляться? Ну-ка, кыш, прекрати! Отстань от меня! Ой, еб твою мать! Она рядом! Ну-ка. Дура ты бледная! Твою мать, тупик! Тупик! Отлично. Отлично. Так, надо открыть шкатулку. Так, погоди, а здесь надпись, смотри. Back together. Back together. Отлично. Какая-то надпись, короче. Что-то open. Enter open. Окей. И ключ. А от чего ключ? Мы взяли, короче, какой-то ключ. Так. Теперь надо понять, от чего ключ. Так, сюда не подходит. Здесь что у нас? Здесь у нас тупик. Блин. Ладно. Здесь тоже не открывается дверь. Погоди, а может дверь вот здесь? Которая? Нет. Фигушки. Это уже проверить. Да проверял я уже, ну, отстань ты от этой двери. Так, погоди. Там нет, здесь тоже нет. А куда? Внизу, что ли, опять? Тоже нет. А что, снова в катакомбы? Снова к этому, что ли? К гробу. Оп, смотри, закрыт. Она, а, короче, гроб закрыт, значит, она там, в гробу все. Ой. Silver Key, что-то. В один рум. А чё? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Валим нахер отсюда! Твою мать! Чё натворил? Дверь закрыта! Дай мне... Джамет! What the fuck? А чё происходит? А у меня зависло! А мне... Как так-то? Game over. В смысле? В смысле game over? Я же ее запер в гробу. И все заново. Короче, понятно, друзья. Это просто, короче, такой типа раннер бегать тут от этого, от призрака. Непонятно, что. Что делать? Вот. Ну что, кому игрушка зашла? Ставим лайки, подписываемся на канал, вот группу ВКонтакте. Обязательно комментируем, пишем свое мнение. И если что, мы еще раз попробуем. Вот. Если вы попросите. Ну и с вами был Валерий. Всем пока.